Трагическая дата в новейшей истории Украины. 4 года назад в небе над Луганском сбили военно-транспортный Ил-76. Борт должен был доставить десантников для защиты аэропорта. Тогда погибли 49 человек. Подробности расскажет Сергей Бордюжа. На предельно малой высоте Ил-76 пролетает над могилами погибших летчиков в Мелитополе. Именно отсюда борт с номером 76777 отправился на задание в Луганск. 14 июня 2014 он был сбит боевиками в небе над захваченным Луганском. Погибли 40 десантников и 9 членов экипажа. Понадобилась срочная переброска продовольствия, питания, вооружения, людей. Единственный уголок, оставшийся под Луганском, это был аэропорт, в котором не существовало никаких подходов, кроме воздушного моста. В руках у Валентины Санжаровис фотографии и документы сына. Весной 2014-го Артем был одним из первых добровольцев. Попал в 25-ю воздушно-десантную бригаду. Той ночью он вместе с товарищами был на борту Ила. А вот это телефон, с которым он погиб. В этом телефоне осталась моя сим-карточка целая. И они увидели, что написано «мама», и позвонили мне. Организаторы теракта – лидеры так называемой ЛНР – Плотницкий, Патрушев, Гуреев. А вот исполнители, по данным СБУ, наемники из частной военной компании «Вагнера». Мы имеем позывні, мы имеем номеры паспортів, мы имеем особисті номеры, мы имеем данные про места проживания. И деятельности каждого из них будет надаваться правова оценка в рамках криминальных проваджений. Но пока на скамье подсудимых только бывший зам руководителя антитеррористической операции Виктор Назаров. В прошлом году его признали виновным в служебной халатности. Приговор – 7 лет лишения свободы. Но за решетку он так и не попал. Подал апелляцию. Все это время генерал Назаров находится на своей должности, получает за соответствующую зарплату, получает соответствующие льготы, как участник боевых действий. И чувствует себя довольно-таки хорошо по сравнению с родственниками погибших ребят. Когда рассмотрят апелляцию, неясно. Пока проводятся новые экспертизы. Также суд удовлетворил 39 исков родных погибших к Минобороны о возмещении морального ущерба. Общая сумма – 19,5 миллионов гривен. 500 тысяч по каждому иску. Сергей Бордюжа, Елена Миндалюк, Игорь Воробей, Евгений Коденцов. Подробности телеканал «Интер».